Лен, закрывай. Так, мы ездим и смотрим. Хо! Лена говорит, это пауки. Спайдер! Спайдер! Это паук, вы представляете? Вы представляете, это паук. Я даже дышать тяжело стало, я вообще их ненавижу. А ты чего нет фотого-то мне? Надо где-то еще остановиться и это. Honey, did you make picture for me? I didn't have my phone and you wouldn't give me your phone because you... Who is this? That's another one right here. Really? Look at this one. Look at this one. О, Господи, я себя пережи. Это пауки, мамочка. Я не знаю, я вообще не боюсь. А что он может сделать? Хватит. Thank you, Rick. Посмотрите, что мы нашли. Starbucks. What is inside? Very interesting. Так, идем в Starbucks мексиканский. Вообще где-то тут в пустыне, и на тебе, мы это увидели. Мы не думаем, что здесь это Starbucks, скорее всего, не просто так. Для заманухи? Да, для заманухи. Давай. Конечно, давай посмотрим. Просто нашли где-то, наверное, это объявление. Да, просто они свою кофейню сделали. Ну, смотри, как, если это работает, да, если это действительно... Ола! Is it Starbucks? Ничего себе! А что, они франшизу купили? Температура. Bienvenidos. Thank you. Bienvenidos, adelante. Так, температуру смерили, видите, все как тут серьезно. Ну, пахнет. Пахнет хорошо кофе, бассейн, ничего себе, стульчик, вот, такие лампочки интересные, внутри такие эти у них как проводочки, они, видимо, разными цветами ночью светят вечером, так медленно это вообще, он сейчас что-то заказал, Рик-то у него этого нету, сейчас спрашивает, ну, такое большое. Но да, даже Рик не выдержал, ничего себе. Спросил, обычно он молчит, когда что-то там тупят люди. Велосипеды для чего-то, не знаю для чего. Надо же так сделать, на вообще... черный. Нет, ну это вообще. Слушайте, дали нам карточки, чтобы мы электронное меню пострели. Они не работают. Локейшн нам показывает. Локацию в Google Map, где ресторан находится, а меню нет. Лена выпросила меню. Они принесли нам меню, представляете? Это вообще невозможно прочитать. Это еще, кстати, на телефоне хорошо видно, а так это вообще ничего не видно. Вообще. Примерно вот так вот это выглядит. Кошмар. В общем, Рик там выбрал омлет. Приходит официант и говорит, это меню на испанском. Кстати, через телефон выгоднее читать. Даже можно что-то прочитать. Так, да, через телефон. Сэндвич для Марино. It's got tomatoes, turkey, ham. Сэндвич для Марино? Yeah. What do you want? Лен, ты тоже, да? Same. I think I've been there. А, да? Eggs, for me, omelets. Вот здесь по-английски. Так, принесли такос. Это у нас завтрак. Is it city? Куда мы приехали? Руины. Есть тут
прикольно, здесь на велосипеде села. Gracias. Да ты чё? И на велике тебя катают. Можно походить немножко. Классно. На ага, ничего себе. Gracias. А можешь сразу на велике? Ну, дойти надо до велики. I said my mom, she said, what are we gonna do here? I said, like, we're just gonna watch Green Minds and walk around. No. And then you can go to use a bicycle. Yeah. She said, can we go directly bicycle? I said, yes, but you need to walk before you get a bicycle. Right. I like use bicycle. I like. But you don't need to use by yourself. It's people gonna be riding you. Nice place. Don't play that. Так, третий мы заплатили. Вообще дешево. Что-то несколько долларов за это путешествие. Сейчас пешком дойдем куда-то. Видишь, не выключай камеру. Угу. Я тогда вот здесь. Yeah. Я тогда здесь пришла такая, это когда мы с Троем с его друзьями приехали. Угу. И это, я говорю, ну вы, говорю, читайте, говорю, потому что я читаю по каждой строчке каждый раз, когда сюда приезжаю, потому что я медленно читаю это. Они засмеялись. Mayan, look like. Yeah, three different languages. Okay, did you read? Yeah. Did you read? Yeah. Ой, sorry. Don't lie. Это чеченица. No, this is Cuba. Куба. А, чеченица сити. Okay, can you come here? This is the entrance, yeah. Right? They built here. Why they built house like that? Because here is a lake, there is the water, and we will go like this, and this way too. Okay. Ага. Это руины майя, да? Вот это. Да, я только не знаю, там наши не отличаются по годам, сколько там. А, лет. Ну это уже, знаешь, это уже историки, пусть профессионалы, да. Подписчики, потому они все знают. Они так, ну, иногда смотрят, те, кто разбирается в этом. Они, например, говорят, что вот такое строение, оно присуще такому-то, например, времени. А-а-а. Или, ну, какая-то особенная уже такая специфика. Я первый раз на пирамидах, не считая Камбоджи. Houses which we saw before, right? Right. We can go up. No, it's not allowed. Так, ящерица пробежала. Ты видела или нет? Да. Да ты чё? Все убежала. Ну, это хорошее упражнение после завтрака тут походить. А так-то вот вообще я равнодушна к таким вещам. Надо знать историю, чтобы это воспринимать по-другому. The, каждого строения. Yeah. Здесь, like, ух ты! Найс. Нелли и Филипп, so this place, no? Yeah. How yes, live people before this year? Air condition. Just watch your head. Right here. Yeah. Yeah, and be watch careful. Your steps. Be careful. There's a box. Oh my God, good air condition. You see, when miles it was not cold, that's why the building. Yes. Yeah. It's not for American and Russian women. And look at the top. Это очень короткое для мексиканских людей, для нас это очень низко, стукнуться можно. Слава богу, у меня маска, в которой я дышу. Как Рик ходит в этой маске. Ладно, хоть нос освободил. Так таких мужских нету. Ну да, я ему предложила вот так вот. На наоборот, стороны. Он сказал, она не защищает, нельзя, он legal. Окей, let's go to use a bicycle. Oh, good. Бисиклетта. In Spaniola, it's a bicicleta, bicycle. Так, маски здесь везде обязательно. Мотобайк, мотоклетта. Они смайл, плиз. Смайл. Лен, иди сюда тоже. Гайс, смайл. Вот здесь, представляете, играли в футбол две команды. И у них, видите, к смерти особое отношение. Если... О, май гад! Be careful! I'm scared. Rick, enough! Господи, господи!
Хорошо, что люди стояли, я бы встала на нее. Ой, аж забыла, о чем я говорила, короче. А, у них к смерти же особое отношение. Если ты умираешь, ты уходишь в какой-то прекрасный мир. И здесь вот кто выигрывал, они боролись за это право выиграть, чтобы их убили. Представляете? Туда мяч. Is it this hole for ball? Yeah. Фу, меня трясет от этой змеи. От паука еле отошла, сейчас еще от змеи. Так-то красивая, конечно. С этим языком дебильно. С каким языком? А, который у нее торчит там, ну да. Короче, для меня самые большие эмоции — это пауки, змеи. А здесь что, смотри? А, нельзя, да? Интересно так-то вообще. Вот трое у меня вот везде ходит вот так вот. Мы на каждую вещь. Ну, он, наверное, представляет, как это в прошлом было. Раз он читал об этом. Да, да, да. Он много об этом знает, и он тогда всегда говорит: ты представляешь, ты представляешь. А Рик, он, видишь, Пабло Эскобара все смотрел. Ему места Пабло Эскобара, наверное, хочется. Я там тоже наверх пошел.